Добро пожаловать на расцвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао младший. И сегодня мы приготовили для вас особенную программу прямо из города Турку, Финляндия. Я буду делиться словом, которое недавно проповедовал в Турку и которое стало благословением для многих людей. Многие из них испытали прикосновение, укрепление, исцеление, освобождение и исполнение Святым Духом. Уверен, что это послание укрепит вашу веру и вашу христианскую жизнь и станет для вас огромным благословением. Обязательно досмотрите до конца, потому что в заключительной части я буду молиться о том, чтобы Божья сила и помазание затронула вас и вашу семью. Оставайтесь с нами, поехали! Также мы вещаем на телеканале ТБН Россия. Таким образом, Бог расширяет наше медиаслужение. Я верю, что мы призваны действовать через средства массовой информации. Убежден, что они предназначены не только для дьявольской шайки. Бытует мнение, что все в этом мире служит инструментом дьявола. Я в это не верю. Я считаю, что Бог создал интернет, соцсети и телевидение с тем, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. Я верю, что если бы сегодня апостол Павел был жив, то был бы на телевидении, в Фейсбуке, в различных соцсетях, проповедуя Евангелие. Он задействовал те ресурсы, которыми располагал в то время. Он шел на рынок и там проповедовал Евангелие. А посему церковь должна максимально использовать все те преимущества передовых технологий, которыми мы располагаем сегодня. Люди исцелялись через телевидение. Мы только что вернулись из Иерусалима. А вы любите Иерусалим? А вы любите Израиль? Я в курсе, что каждый фин по уши влюблен в Израиль. Между Израилем и Финляндией существует неразрывная связь. Несколько лет назад, когда все только начиналось, многие люди говорили мне, что мне следовало побольше говорить об Израиле. Но в то время я и сам ни разу там не был. Впервые я посетил Израиль в марте этого года. И мне все очень понравилось. Это красивые места, это живая история, это удивительное открытие. Аминь. В ту пору мы с моей супругой и родителями, кстати, а вот и они, слава Богу. Позвольте вам их представить. Это моя жена. Аминь. И это ее первый визит в Финляндию. А мои родители уже бывали здесь и раньше. Мы всей семьей побывали в Иерусалиме, где служили на телестудии. Я хочу поделиться с вами некой историей. Аминь. Она укрепит вашу веру. Слава Богу. Аллилуйя. Уверен, что они станут для вас благословением. Так вот, все это время мы находились в студии и на протяжении трех дней принимали участие в марафоне исцеления. Ожидалось, что Бог будет исцелять посредством интернета и телевидения. Организаторы предложили нам принять в этом участие и послужить в ходе марафона исцеления, потому что они воочию наблюдали все то, что Бог совершает через это служение, и возблагодарили Бога за то, что Он совершал чудеса. Исцеление буквально по всему миру. Итак, мы находились в Иерусалиме, откуда служили людям. Каждый день на протяжении двух часов мы молились за больных. Люди звонят нам, мы молимся за них, ну а звонки поступали буквально со всего мира. Из Германии, из России из Нидерландов, Израиля, Молдовы и многих других стран. Помню, как нам позвонила одна женщина, и она говорила, пожалуйста, помолитесь за меня прямо сейчас. Дело в том, что у меня рак яичников. И уже развелась злокачественная опухоль. А завтра мне предстоит ложиться в больницу. Я нуждаюсь в прикосновении от Господа. Мне хорошо запомнился этот звонок. Я помолился за нее во имя Иисуса, произнес проклятие на опухоль. Люди буквально выстроились в бесконечную очередь для молитвы. Все это время мы только и делали, что молились, проповедовали, и учили Божьему Слову, побуждая людей к вере в Бога. Мы посетили Галилею, Тверию. Это было прекрасно. Мы побывали на Елеонской горе. И это потрясающе. Помню, как по дороге домой мы с женой были в аэропорту. И тут я подумал, как бы мне хотелось услышать какое-нибудь свидетельство. Потому что мы провели три дня, в течение которых мы служили на телевидении, где вообще-то не было большого скопления народа, а только люди в студии. И это несколько иначе, чем то, что происходит здесь и сейчас когда у нас есть и телезрители, и люди, сидящие в зале, и таким образом я до конца не знал, что творится по другую сторону экрана. Так вот, стоило мне об этом подумать, и в тот момент, когда я взял свой телефон, чтобы проверить с почтой, и когда я проверил свою почту, буквально перед самым вылетом из Израиля, я получил письмо от организаторов, в котором они благодарили нас за участие в программе и отмечали небывалое количество телефонных звонков, когда люди давали свидетельство исцеления. Из их письма следовало, что сотни людей получили исцеление в то время, как смотрели нашу программу. И они сказали, что это лишь немногие из множества историй, в которых эти люди описывают свою ситуацию своими собственными глазами. Я в захлеб начал читать эти истории пришедшие из Германии, из России, из Нидерландов, из Таджикистана. У одних Бог исцелил позвоночник, у других убрал камни в почках, третьих исцелил от многолетних болей. Посреди множества историй я увидел свидетельство одной женщины, которая писала, что позвонила на нашу программу, потому что у нее был рак, и на следующий день ей предстояло отправиться в больницу. А на следующий день, когда она пошла в больницу и сдала все необходимые анализы, Врачи подтвердили, что опухоли больше нет. Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что когда мы свидетельствуем, мы высвобождаем надежду. Мы высвобождаем свидетельство Христова. Написано, что свидетельством Христова, есть дух пророчества. А посему, когда мы говорим о Христе и о том, что Он совершил для нас, мы высвобождаем ту же силу, чтобы это повторилось снова и снова. Аминь. Аминь. Один человек в это верит. Аллилуйя. А еще мы получили весточку от одного мужчины из Германии. В ходе программы Бог дал мне слово знания, что прямо сейчас кого-то беспокоит шум в ушах. И он написал и рассказал, что это слово было обращено к нему, и что по этой причине у него были постоянные головные боли. И что в то время, как он смотрел нашу программу, он получил свое исцеление. А если сегодня вы смотрите нашу программу, то я хочу сказать вам, что помазание продолжает действовать, чтобы прикоснуться к вам там, где вы находитесь. Если вы болеете, то вы будете исцелены. Если у вас депрессия, то вы обретете свободу. Если вы устали, оно придаст вам сил. Если вы боитесь, оно придаст вам смелости. Сегодня вы можете принять от Господа все то, в чем вы нуждаетесь, где бы вы ни были. Аминь. Вы можете принять это. Звучит убедительно. Так вот, когда я прочел все эти истории, я очень обрадовался, потому что мы знаем, что наши труды не напрасны если Господь идет перед нами. Крайне важно, чтобы Господь всегда шел перед нами. Точно так же, как когда-то Моисей сказал Господу, «Если ты не пойдешь со мною, то и я не пойду. Если ты не помажешь мою проповедь, зачем проповедовать? Если ты не помажешь мои слова, то пусть мои слова станут твоими словами. Мой голос твоим голосом, Простри свою руку, дабы явить свою силу и благость. Я верю, что Господь производит это и еще умножается. Я верю, что Бог дает умножение для вашего служения, для умножения вашей силы, и пусть так и происходит каждый день в вашем служении. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Иоанна 4 глава с 1 стиха. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и вошел опять в Галилею. Но для же Ему... Проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезе. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина Самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня Самаринки? Ибо иудеи с Самаринами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: «Всякий пьющий воду сиюм, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную».

у которых в то время были натянутые отношения с иудеями. А как мы с вами уже знаем, согласно заведенным порядкам, ему не следовало говорить с ней. Но не зря у Иисуса была одна отличительная особенность. Он обожает нарушать человеческие правила и постановления. Кроме того, он всегда простирается к тем, кто презрен и отвержен. Такие люди занимают особое место внутри Божьего сердца. А вот почему в Библии ясно сказано, что Бог особенно печется о сиротах, о вдовах и о пришельцах. А вот почему Бог проявляет особую заботу об этих людях. А все потому, что Бог любит отверженных. В этих стихах он вступает в контакт с этой женщиной. А она задает ему вопросы, потому что он попросил у нее воды. Она начинает и говорит, «А что это ты просишь у меня воды?» «Тебе не стоило этого делать?» На что Иисус отвечает, «Если бы ты только знала, кто просит у тебя пить, ты бы удивилась. Если бы ты знала, кто просит у тебя воды...» Я перефразирую. «Ты бы очень удивилась». После чего она начинает расспрашивать его, а он говорит с ней о той воде, которую только он может дать. Затем она говорит, но ну, у тебя нет ничего, чем бы ты мог зачерпнуть с воды. А в этот момент он начинает говорить с ней о воде, которая становится источником живой воды, ведущей в жизнь вечную. Другими словами, Иисус стремится ее заинтересовать, вызвать у нее любопытство. Богу нравится вызывать у людей жажду. Почему-то такому. Что только Он может дать. Он стремится привлечь наше внимание, вызвать у нас любопытство. Расспросите Моисея о том, как Бог явил себя ему. Как горящий куст. Спросите Исаию, который узрел Господа высоким и превознесенным. И ангелы окружали его и восклицали, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, Спросите Иезекииля, которому Бог явился в видениях. Богу нравится вызывать у вас любопытство, чтобы вы взыскали его, чтобы вас жаждали Божьего. Где нет жажды, там нет и проявления. Многим христианам недостает желания, а жажды по духу, они потакают желанием своей плоти. Они движимы желаниями этого мира. Но у них нет жажды Божьего. А посему нет и проявлений. Но к вам это точно не относится. Таким образом, Иисус возбуждал ее любопытство. Он говорит ей, послушай, та вода, которую я могу дать тебе, это не просто стакан воды, но источник живой воды. Воды которая зарождается внутри тебя и становится источником вечной жизни. Она и говорит, что? Живая вода, которая течет в жизнь вечную? Что ты имеешь в виду? А затем происходит еще кое-что не менее интересное. В продолжении разговора в шестнадцатом стихе он говорит ей такие слова. Пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа, после чего Иисус в очередной раз возбудил ее любопытство. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей. Итак, Иисус начал с того, что рассказал ей о воде текущей вечную жизнь. Чему же немало заинтересовал эту женщину? Что он имеет в виду, после чего он говорит, иди и позови своего мужа. Она отвечает: Ну, у меня нет мужа. Правильно? потому что у тебя было пять мужей, а твой нынешний сожитель — это не твой муж. Если раньше ее разбирало любопытство, то теперь и подавно. И она говорит, этого не может быть. Что же он за человек такой? И снова, здравствуйте, я верю, что это послание коснулось вас и побудило узнать Бога по-новому. Это моя молитва о вас, чтобы вы могли лично пережить прикосновение Святого Духа, по-новому переживая Его самого, Его любовь, Его силу, чтобы прикоснуться к вам особенным образом, я предлагаю вам помолиться. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы каждый зритель пережил Твое особое прикосновение, чтобы в то время, как они принимают это Слово, их отношения с Тобой вышли на новый, более глубокий уровень. Восполни их нужды, наполни их Твоим Духом, прикоснись к ним Твоей славой, Твоим помазанием. Я молюсь Господи, чтобы все те, кто болен и кому сейчас тяжело, приняли свое исцеление. Пусть все те, кто в депрессии, обретут радость, все те, кто жаждет большего, найдут покой в Тебе. Спасибо Тебе, что Твоя слава, Твоя милость и Твое прикосновение рядом с нами, на тех, кто нас сейчас смотрит. Ты прикасаешься к их семьям и несешь восстановление, исцеление, освобождение и радость, и все это в Тебе. Господь, я молюсь, чтобы Твой Дух сошел на каждого человека во имя Иисуса. Дай им принять новую порцию помазания от Тебя. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Я верю, что это благословит вас. Обязательно свяжитесь с нами посредством соцсетей на YouTube, в Инстаграме, в Фейсбуке. Также не забудьте воспользоваться материалами нашей онлайн-школы и тем обилием различных ресурсов, которые вы найдете на нашем сайте. Присылайте нам свои истории, мы ждем их.